если все будет в порядке со здоровьем, никаких травм, пожелаем, чтобы все обошлось. Мищенко отыграет все три периода, а это бомбасо от Алексея Ильинского. 19 секунд он сегодня на песке провел до этого результативного удара и успел за 19 секунд сразу же забить. Смотрите, как Алексей Ильинский выходит на поле, но он уже очень опытный.